знаю, будет видно за траву или нет. Не дал я кому-то распробовать. Да ладно. Стой, 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 стой. Как его доставать теперь? Вот это махина. Тихо, 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 тихо. Иди сюда. Вот это. Вот это махина. Не знаю, достану, нет. Вместе с поплавком, похоже, ушел. Орел клюнул. Блин, руки трясутся. Фух, да конечно, разве бы такого. Я поднял, блин, только за губу подержал. Фух. Вот это да, блин. Вот это машина. Фух. Ну, такого шансов поднять не было. Там, наверное, двушка была, блин. Я думаю, на камеру будет слышно, как сердце фигарит. Да. Ладно, чё я. Пойду пытаться крючок привязать или удочку. Другую что ли взять. Че, буду брать другую удочку. Никаких запчастей с собой не брал. Это у меня удочка коротенькая для ручья. 0,16 Дима. Руки трясутся. Блин, руки ходуном. Ну, шансов такого не было бы, конечно, поднять. Хотя к берегу подвел. Даже
за рот его успел подержать. Я, конечно, не профессионал, но скажу следующее, что чем дальше от берега стоишь, тем больше шансов большую рыбу взять. Большая рыба. Вот и первая большая рыба. Тихо, тихо, тихо. Ну что, вот она. Ну это, конечно, вообще малыш. Отпускаем малыша. И руки от соплей помоем. Прячемся подальше. Фух. Счет 1-1. Новый бутерброд. Да, был бы рип-грип. Можно было бы его взять. Ну-ка. Но чтобы с поплавковой рыбалкой он понадобился, это фантастика. Ну, если малыши подошли. Так. Попробую бутерброд не обновлять. Хотя всегда его надо обновлять. Жеванные бутерброды не очень любят рыба. Плюс 30. Кстати, спасение рыбки. Эй, как? Бутерброд обновим, потому что надо. Не знаю, видно, нет.
опускать. Да нет, не надо. Вот так, наверное, будет видно. Вот это килька. Достаточно. Кстати, про температуру. Сейчас часы вот еще. Не знаю, будет видно. Плюс 28. Ладно. Готов не попрыскать. Готов. Комарыксы. Я попробую. Ух ты! Это малыши долбили. Сейчас, может, и папка с мамкой подойдут. Вот и папка с мамкой. Хорошо. Только вопрос, вот куда тебя, в какую сторону выбрасывать-то? Отпускать. И руки здесь не помоешь. Так. Так, оп. Так. Так. Ну что? Давай. Мамка, папка там сейчас есть? Такой же красивый. Булька не хватает. Без хорошего булька. Это кто? Это кто? Это что за сосиска? Без хорошего булька клевать не будет. Надо... Вот так вот. Вот, вот с таким вот бульком. Ух ты! Вот это отец клюнул. Тихо-тихо, ты прям... Дискотека 80-х. Ну, все посмотрели на рыбку? О! Хорош, хорош, да?
Хорош. Плюс 30. Июнь-июль, на рыбалку плюнь. Кстати, ни одного рыбака вообще. И по календарю сегодня тишина. Хорошенький, да? Или хорошенькая? Ням-ням-ням. Ладно. Да, я думаю, надо менять место. Здесь делать нечего. Так, мы пойдем сюда, пройдемся, посмотрим. Маленькая колбаска. Ну и, конечно, София. Вот. Угу. Давай посмотрим. Может, тут дедушка с бабушкой хорошенькие. Могли разбежаться после. Не-не-не-не. Давай-ка вот сюда. Хороший булька. Вы, ах, туба, Астрахань. И... Тихо. Ой, ты... Так, меняем бутерброд. Тишина полная. Идем дальше. Там, где вытащил, там делать нечего. У нас тут еще есть классные кусточки. Сейчас попробуем потихонечку здесь кидануть чутка. Вот здесь вот. Тихо. Хороший. Кто-то подошел. Тот же самый, наверное.